Получи, получи, получи! Хозяин, ну ты надоел уже! Что тебе надо, желтый? Ну, завязывай уже по белкам стрелять! А чем заняться-то, а? Чем заняться? В поселении ресурсы крафтятся, жду отката. Нечем больше заняться, только по белкам и остается стрелять, ёл-палы. Получи, получи! Блин, надоели число. Ну погодите. Маленькие засранцы. Вот он, красавчик. Вот теперь я готов. Хозяин, только в меня не попади. Не очкуй, желтый. Белки, привет. Больше на Сакуре никто не живет. А как поведет себя этот фантастический огнемет? На паровозе в бункере Альфа. Узнаем прямо сейчас. Ну и плюс ко всему, это офигенский способ, чтобы набирать снабжение, в котором тебе могут дать тактический рюкзак. Погнали. Ну держитесь, бомжи. Я уже здесь. Ждем. 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 Пошла жара. Чё, не попало, что ли? Ёл-палы. Ну хорошо, да, сгорели, хорошо. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди, и мы продолжаем. Это последний день на Земле. И в календаре событий стартануло в очередной раз снабжение. Чем хорош этот ивент? Даже если ты играешь без доната, у тебя нет нисколько золота, ты можешь получить тактический рюкзак, ну и много-много других классных вещей. Таких как заводские детали, карбон. Это неплохо. Ну и где, как не в бункере Альфа, набирать очки снабжения? Как набираются? Просто убивая кожиедов, добывая ресурсы, набираешь, да? Лучше всего, конечно, собирай паровозик на третьем этаже, чё уж там. Но у нас это было, поэтому мы с тобой принесли огнемет. Попробуем собрать большой паровоз и сжечь огнеметом. Да, я понимаю, есть определенные сложности, небольшие. Да что там небольшие, очень даже большие. Когда за тобой будет бежать орда этих говнарей, ёл-палы, да? А ты будешь вот так вот стоять, что-то там набирать. Подозреваю, что мы всосем. Поэтому у меня есть штука-дрюка. Реаниматор называется. Для начала давай быстренько подготовимся к паровозику. Ну а потом поведем его. Ползу я, значит, ползу и понимаю. Ой, всосем. Ну всосем же, ё-моё. Блин, поэтому давай мы будем сейчас бомбить на протяжении всего пути. Есть моментики, да, когда я буду его доставать, значит, и палить. Мы просто посмотрим, насколько он красавчик, эффективен. Вот, к примеру, сейчас, да, хуенькие мужчины. Вот по-хорошему их надо уже бомбить. Почему? Ну, они не позволят тебе, мы там застрянем. Вот этих бомжей. Понял. Понял. Идея была так себе. Так, окей, тогда давай вот так оторвемся, смотри. И вот так. Хорошо. Не сгорели, не сгорели. А что, надо было? А надо было, чтобы сгорели. Так. И чё? Давай вот так сделаем. Блин, я даже не знаю, что тебе сказать. Я, кстати, еще мужчину одного не загрел, да? Токсиков надо было добивать. Ой-ё, вообще! Все не по плану, ё-моё. Блин, не такой был план. Ладно, не паникуй, мужчина. Бежим.
Вокруг шум, все ништяк, не кипши. Вот этих бомжей тоже надо палить, да? Ну, либо отстреливать. Чё-то, короче, вообще мне не нравится эта идея. Как назад-то? Слушай, собирай паровозы, да? Между делом хочу тебе просто сообщить. Просто собирай парики и не грузись. Не занимайся вот таким говном. Идиотизм! Все-таки увернулись, а пробежали, да? Хорошо. Да блин! Бегу, ёп! И оп, успел, да? Без мыла, ёп, залезем. Прощемился. Чё-то мне кажется, я даже не успею набрать, короче. Ёлки-палки. И чё, когда стрелять? Ну всё, надо начинать. Когда? Да прям сейчас, слушай. А, да. Меня терзают смутные сомнения. Пошла жара. Капец! Это же идиотизм! Ха-ха-ха, блин! Почему? А зачем это все нужно, а? Я не знаю даже. Ну ты видел, да? Еще. Ёлпалы, блин. Одна граната и все. Вот это. Так, стой, мужчина, куда кидаем? Одна граната, и это все нафиг не надо. Я не могу на корточки садиться с этим чудо-аппаратом. Ай, блин, там еще парни идут. Так, окей. Окей, пацаны. Давай хоть кого-нибудь пожгем еще, слушай. На слепыше проверить. Ну ты видишь, да? Проблема в чем? Я не знаю, что тебе сказать даже. Такое гуамно. Выглядит красиво. Реально, Морган Фримен, да? Ну ты понял, короче, Терминатор, Вася. Ну да, да. На деле что-то как-то не солидно вообще. И оп. Воу! Да, гранат нету больше. Когда у нас нет гранат, мы используем мины. Страшно до обостринки. Такое впечатление, что меня бьют. Ты понял, да? Я готов. Ну, даже не знаю, что тебе сказать. Слушай, это чисто по приколу. Чё, вот это безобразие в моих руках. Это чисто просто по приколу. Не вижу в нем нифига суперценного, честное слово. Кстати, ну-ка. Хорошо, да? Да чё хорошо, это читерство. То, что я дотянулся, да? Это читерство. Я не должен был дотягиваться до тюрельки. Ну да, жгем. Ну а теперь давай на слепыша. Хотя мы уже с тобой тестили его на слепом охотнике. У нас, правда, совсем чуть-чуть осталось этого огнемета. Но, думаю, суть ясна, да? Это больше такое развлекалово, нежели опасное оружие. Ракетница, которая тоже стреляет огнем, намного круче против слепого охотника, чем вот это гуамно. Кстати, давай ее возьмем. Так, ну что, поехали? Поехали, ёлпалы. В чем суть? Можно стрелять и вот так в лоб. Неплохо, да, по 4 урона? Слушай, лучше уж факелом. Ну-ка. Блин, я не знаю даже, что тебе сказать. А отнял бы 2 сотни? Отнял бы, но 3 сотни точно нет. А вот эти вот красавчики, да? Вот это эффективность.
А если взять вот этого красавчика, ну и это вообще будет жесть. Никак не может сравниться этот огнеметик с этим оружием. Ну вот смотри, 662. Ха-ха! 400 урона просто, как с куста. Ну чё тут сравнивать, ё-моё. Не, ну может быть 200 урона выдаст тебе этот огнемет. Ну никак не 400. Чик. Нифига себе, это сколько нам еще надо? Нам еще 331 очече. Безобразие. Да, когда будешь набирать это снабжение, вначале все-таки нормал режим бомби, а потом уже иди в хард, да? Хотя, если тебе так чисто, одно набрал и достаточно, ну тогда можно сразу вот здесь паровозик проводить, да, второй? Он чуть-чуть будет сложнее, чем на нормал режиме. В пути очень ценный груз. Блин, мужчина, ты вот уже реально лишний. Понравился ролик? Конечно же, оцени лайком. Еще не подписался? Подписывайся на канал. На Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Печка ТВ есть везде. Смотри там, где тебе удобно. Забытое прошлое. Капец, как давно я уже этим не занимался, а? Ну да, это экономия огнестрела, если ты еще без взломщика. Приходи на стримы, которые проходят каждый день на площадке Трова, Twitch и YouTube. В пути очень ценный груз. Блин, мужчина, ты вот уже реально лишний. Ну ладно. Ну и конечно же, удачи тебе с тактиком. Оп, пока-пока.